Спорт помогает нам везде: в семье, учебе и труде. Быть сильным, здоровым, умелым и смелым считаем главным семейным делом. В семье Волокушиных трое детей. Алина – самая младшая. Никто не ожидал, что они обойдут сильных соперников и займут первое место в отборочном туре семейного спортивного проекта «Папа, мама, я. Батырская семья». Его проводит компания «Уфанет» совместно с администрацией Кармаскалинского района. Нет, мы вообще не ожидали, если честно. Лишь бы не последний. Я больше всего люблю играть в футбол, особенно со своим братом. Шахматы тоже любим очень играть. По вечерам играем всей семьей. Все шоу построено на спортивных играх. Простых, несложных, очень понятных, озорных, веселых. Взрослым это прекрасная возможность в детство окунуться, а детям получить удовольствие в времяпровождении с своими родителями. У меня самое классное сегодня. Я желаю, чтобы мы первое место заняли. Семейный спортивный проект включал в себя 4 этапа. Отборочные циклы прошли в деревне Улукулево, в селах Прибельский, Кармаскалы, Бекетово. Самым молодым и активным болельщиком стал 10-месячный сын молодой семьи, финалистов из Кармаскалов. Сегодня снова пришло целых 4 семьи, которые готовы были посоревноваться между собой в гибкости, в ловкости, в динамике, в энергии. У каждой было свое название, свой девиз. Ребята очень хорошо подготовились заранее. Все команды абсолютно разноплановые. Кто-то занимается спортом, кто-то нет. И это абсолютно не мешает на самом деле. То есть родители каким-то примером учат детей, а дети в какой-то степени учат своих родителей. Наш девиз – быстрые кеды, залог победы. Природа, лыжи, спорт. Вместе проводим время. Зарядку по утрам. Да, зарядку по утрам. Ну, бегом, например, лыжами, гимнастикой. Эта традиция завелась в семье, что мы едем куда-то отдыхать и обязательно в палатках живем. Семейный дух, все вместе, вот из-за этого мы, наверное, и победили. Да, сплоченной семьи. Что касается финала, мы, наверное, ожидаем легкого старта, в том числе для компании «Уфанет» в этом проекте, потому что впервые его делаем. Будет проходить съемка первого выпуска нового шоу на городском телеканале ЮТВ, посвященного спорту «Папа, мама, я. Батырская семья». Завершился 4-й отборочный тур. Выявились победители. И теперь нас ждет финал, который состоится 15 сентября в селе Кармаскалы. До встречи! Ура!